Почем брови брал? За килограмм гречки у дедули твоего. Ну что, ребят, генерал Рутгерс выходит на центральный коридор. Сюда, кстати, ДКХука нету, он уже на рынке, пацаны. Он на рынке ждет боевого пропуска. Хук трансформировался в боевой пропуск будущий. Здорово, пацаны, ну что, вы готовы? Здорово, стоим. Потанцевать в этой катуле. Ох уж это лето, кайфово. Первые пару дней спрятаться бы где-нибудь от этой жары. А может быть в прохладных и приятных катакомбах на Epic Loot? Treasure Hunter, временный и бесплатный для всех режим. Помоги кумке дойти до сокровищ за 4 хп и залутай халявные скины. Сделанные тобой шаги сохраняются, за них можно зафармить мега сундуки с крутыми шмотками внутри. А также, перейдя по специальной ссылке, зрители канала получат Summer Battle Pass бесплатно, а не за 500 рублей. Просто пройди 60 квестов и получи ДК-хук, а за каждое 15-е задание случайную аркану. Ссылка на все это добро будет лежать в описании, так же как и промо на 15% к балансу и на дополнительный пузырек с хп в катакомбах. Стресс, слышишь? Чё? А чё мне сделать, чтобы меня разбанили на плече? Тебя... Не писать, создай новый аккаунт. Я 2 года назад стрим разочек рекламу, меня забанили. Ну, по факту. Так, ребятки, всем еще раз здравствуйте. Генерал Рутгерс выходит на охоту за мальчиками. У тебя там голова не кружится еще? Нормально все? Рыгать не хочешь, мальчик? Крутится что-то вверх. Так, ты без варда, держи вард. Да мне он нахуй не нужен, брат. Ты шо, какой вард, блядь? Ладно. Его ж снимут сразу, не нужно мне. Бля, ну на Рутге я знаю эту игру. Я уже играл 1000 раз на этом герое. Сосать будем? Ужасно будем сосать. Единственное, что на Рутге на миде прикольно в начале, приятно точнее, это фармить. Потому что урона дохуища. Покажу момент, из которого меня боятся. Это мастерство фармить хуками. Понимаете? Потому что я не только ластхичу идеально с руки, я еще и ластхичу хуками, пацаны. Поэтому со мной, когда я на этом персонаже, со мной реально боятся стоять. Легко. И правильно делают. Сейчас поближе победит. Да, нормально. На фарм было. Я просчитал момент. А что это? Не надо, не надо. Я его ебу в ноль, брат. Без шансов. Привет, я твой огромный фанат, не пропускай ни стрима. У меня к тебе вопрос, свал ли ты себе когда-нибудь дрель в ретро или ванус? Если да, то какие ощущения? Удачи, грыни. Осуждаю. Пошел нахуй, долбоеб тупой. Неадекватный черт тупо на донатере. Гы, блять. Осудил тебя и проклял до конца твоей жизни. Живи с этим, мусор. Не, ну мид пока ебем в ноль, но убить его сложно будет. Бля, иди нахуй, я не тебя хотел тянуть. Нахуй ты, черт, блядь, подставился, анскилл. Мне крип нужен был. Сейчас я расхликаюсь, так сказать. Тут надо немножечко понажимать кнопочки, а дальше все будет изи. 3-1 уже сосем. Это что такое? Я не буду абузить, я не люблю абузить. Я не абузер. А, 2 банки, хорошо. Спасибо, брат. Ни разу не клоун. Просто не клоун, а нормальный парень, который заходит чисто поиграть в доту. Мид пока ебу 0 хуков из 5. А тут дело не в хуках, братан. Стрей, дело в ластхите. Я хуками фармлю. Надеть держука, пиздить. Понимаешь, если ты хочешь хук, лови хук. Я тебе дам хук. Ты хотел хук? Получай хук. Получай. Мальчик. А? Да ну нахуй, не повезло, он демона поставил. Братан, ты хотел хук? Я тебе показал хук. Не беси меня, я выебу любого на миде. Даже с другом пришел уже, позвал, понимаешь, дружка своего. Все равно отсосал клоуняра нахуй. Вот и все. Ты же знаешь, что я эту игру проходил уже много раз. Это изи катка для меня. То есть я таких ебу. Правда, по игре я проебу, потому что это ебаный пуч. Но самое важное, что мид выебан, и все это видели. В соло убил Вардена с его подсосом. Да, сука. Ну преломилась, блядь. Вы видели, в него летел. Вот чисто в него летел хук. Все видели, каждый видел, что хук летел точно в него. Просто ебаное, блядь, преломление пикселей в этой ебаной игре. Отдай сюда его, блядь. Да бей ты, дура, блядь. А ты куда? Стой. Что за сейф ТП, помойка, блядь. А-а-а, унижен нахуй.
ебать, на миде 5 героев, пацаны, чтобы вы понимали. Пиздишь. В смысле, на миде пятеро, посмотрите на карту, блядь. Унизил Вардена еще раз. Пацаны, Варден обоссан в нулину. Хорош трейд, давай. Бля, короче, этот бот надо нахуй выложить, он мешает. Так что, совет будет? По поводу. Ну, как надеть жука пиздить? В смысле, блядь, просто стоишь и все. Ты его не пиздишь, жук нихуя не фармит. Да, почему ты бутылку выкинул? Да нахуй она мне нужна, брат, ну ты хуйней занимаешься. Пом. Ну типа, блядь, у меня своя есть, ты мне вторую даешь, нахуй, ну я путь, блядь. Мне и без нее можно. Лучше чаржи по КД делай, будем очкошника хуярить, блядь. Хорошо, я сейчас буду, родна. Ты готов, брат? Да. А, ну это хуйня сейчас, блядь, это. Ой, блядь. Я, блядь, в нулину его разъебать хотел, блядь. Ты чё не помог, нахуй, с иллюзией? Эх ты, блядь. У меня почти медас есть, а там у гуся даже и близко нихуя нет. Сори, брат. Да ничего, ничего. Я сейчас на заработки пойду. Иди в мид стой. Потому что мне в падлу стоять, к нему все будут портоваться. Я покачаться, ман. Качайся, я пойду на заработки сейчас. Тимбер 1-1, 2-0, ебать. А чё там у врагов такая стата хорошая? При том, что я 1-3 мид стоял. Я троих выебал, блядь, а чё вы линии проебали? Бля, у меня челы просто лайны въебали все. Что вы понимали, ко мне бегает ЦМ-ка, вивер, блядь, постоянное сейв ТП, гуся анскильного сейвить, блядь. А у меня пацаны прососали все лайны. У меня половина фрагов команды соло сделана. Ёбнулся, блядь. Рядовой генеральный Рудге. У Рудге это всегда такая дота. То есть тут ничего нового, поэтому все нормально. Хорош. Жру, сынулю. Оп, что-то там нажал. Бля, как же раньше круто было, когда денайлся персонаж. Хорош! Так, фаст мидас есть, я в фарм выхожу. Удачи в фарме. А тут типа два раза подряд не попадешься? Да не. То есть ты кикнешь, правильно? Конечно. Понял, понял. Дай другим поиграть. Тогда я пошел создавать следующий аккаунт. Удачи, брат. Ну, судя по тому, что я вижу, у нас только мид выигран. Пришли, пацаны. Типа, больше у нас остальные лайны просто в ноль. 16-6. Пацаны. Не, ну что-то вражеский мир душит. Да, там Варден очень сильный. Я с ним стоял, я аж охуел с того, какой он крепкий. Прям там проигрок. Это как раз из категории тех, кто гачи ставит, да? Ну, это один из сильнейших, с кем я стоял вообще. У него есть пятый скилл призвать двух друзей на мид. Я его вот очень боюсь. Кроме ульта, ебать. То есть, типа, ну, пососать один на один, а потом нажать ульт и еще двух друзей позвать. Вот это у него, блядь, талант. Предлагаю затянуть игру на час. Давай, и все равно проебать, правильно? Стандарт. Коса в КД. Хорош, а смерть врага где после косы в КД? Она была? Была ли? Ну так Варден пришел. Он возродился быстро, ты не заметил. Я понял. Я предлагаю ебашить стрей вдвоем. А кого, если они в пятером ходят? Как ебашить? Пятерых? Не, начинается ты фарм на пудже. Да, я буду уже там, брат. Ебать, но я его развел на микромомент. Это иллюзия, пацаны. Это иллюзия. Да, это копия ебаная. Это фейк. Это иллюзия, не копия. Это тоже иллюзия, пизда полная. Ебаша. Разбил ебальник, пойду по емке на Тавра. Боже, как же ебашишь. Шишуля, продать. Ты будешь прям набрал каких-то лежа. Ну, блядь, брат, это рандом, нахуй. Кто ж виноват? Вот это вот заходит, делать им них, и они заходят ага, поиграть против тебя в обычном моде. Ага. Они рожь убьют. Нихуя себе. Ебать, они жесткие. Не, ну я сейчас включу читы. Не, ну по факту, Олежа, ты каких-то задротов сюда привел. Бля, шо вы жалуетесь нахуй? Сосите молча, блядь. Блядь, сидят нахуй, жалуются. 0-4, блядь, 1-3, ну, нахуй. 2-4, 0-1, блядь, пацаны. Зашли, пацаны, блядь, сидят, трогают. Ноют, блядь. Они его не только трогают, они прям его знатно так лапают. Все, я все выдал. Я бэбэкаюсь и лечу обратно. Захожу. Хорошо! Нормально, вивера оформили, красота. Дальше удачи, пацаны. Хорошо, ляль лов хп все, ебать. Дед, давай, стики, коса, блядь. Хуярь. Давай этого тоже, блядь, хорош. По-моему, они тебя видят, слышишь, блядь. Ну, нормально, сколько мы? 6 в 2, но хороший размен, неплохой, я считаю.
Так, а репорты кидать вражеским можно? А за что им репорты кидать? Просто рекордно. За что Варден, он там ничего не делает? Там челы вместе ходят, Виномайзер, ЦМ-ка, всю игру, блять. За то, что вместе ходят. А, ну за это репорт можно, кстати, выдать, бля, я хули они в натуре. Эй, масленок, блядь. Это настоящий, это иллюзия, это фейк, фейк. Да-да-да. Это фейк. Deep fake. Подтянул за базар гуся. Соло. Плюс 200, 300. Так, а кто у нас керри вообще, кстати? У нас Тини, но я пытаюсь Тини, быть. Да? Ага. Не, он для 20-й минуты неплохо, я считаю. Надо на вивера вражеского нажать, чтобы расстроиться. Ну так, чисто, знаете, для интереса. Просто поймать немножечко расстройства и забить болт. То это, как бы, знаете, самое главное, я знаю, что я расстроюсь. Но я пойму, как бы, немножечко разницу в керри. Но я хочу это сделать, мне нравится. Я хочу видеть вивера, блядь. Хочу посмотреть на его три слота какие-нибудь. Ну, там, 21-я минута, там, стопудово мальштром, линка, ПТ-ха. Вот как-то так. Ну, если он линку делает. Либо вместо линки что-то то же самое по цене. Аналогичная. Ну, как я и говорил, линки там, конечно, нету еще, но там все близко. Подожди, кого-то выеблю. Бориса. Боря, давай, только не тебя, блядь. Стрей, зачем нужен диплом? Объясни, пожалуйста, вот нахуй я его получил. Нахуй не нужен. Тут согласен, брат. Ну, типа, мне диплом нужен, знаешь, чтобы его... А язык, Стрей, учил я в университете? Знаешь, какой язык? Какой? Гагаузский. Ну, хорош. То есть у меня в дипломе написано гагаузский и английский язык. Гагаузский. Ну, пригодится? Я не знаю, но диплом у меня, он в универе остался. Я как с аспирантуры ушел. Ты когда в аспирантуру поступаешь, там надо диплом отдать, оригинал. Я отдал, а потом я ушел с аспирантуры и не забрал его нихуя. Он где-то там валяется. И стал стримером, правильно? Ну, получается. Но я стал стримером еще до того, как ушел с аспирантуры. А? Пойду отдавать диплом туда. Ну, правильно. Пацаны, я если что съебаюсь, я сразу говорю, я не очкошник, но я уебаю, сука, первый отсюда, если что начинается, заварушка. Мы все поняли. Борю бросишь, получается? Борю брошу, я ж сразу говорю, я ж не очкошник и не крыса ебаная, я сразу сказал, что я съебусь, блядь. А шансы оцениваешь, какие-то шансы есть у нас на победу, брат? Не, нету. В этой игре нету. СМ-ка на наш не одна. Схожу на базу. Похилюсь. Все, смотрите, сейчас к нам придут. Там уже бегают. Там, о, Варден через Аганим. Нихуя себе. Я думал, когда же я увижу его? Вот же он. Им настолько похуй, что они просто тэшку отдают. Ну, конечно, похуй. Они просто, понимаешь, они команда 5. Вы можете их сплитить до конца жизни. Они ходят в пятером с 7 минуты. Просто сплитите боковые лайны, они либо в пятером пойдут дефать, либо не будут дефать, парни. Это, ну, играл бы я эту игру на антимаге, мы бы уже выиграли. Я бы уже им тир-3 ломал. Я хуками не промахиваюсь. Я хуками не промахиваюсь. Я сейчас вам буду такое показывать. Готовьтесь снимать. Это на водоту завтра вы выкинете. Давай, Стрей, давай. Блять, как он это делает? Понимаете, пацаны, что вытворяю нахуй? Блять. Понимаете, я хуками не промахиваюсь, блять. Я чувствую. Я учил Дэнди играть в доту. Понимаете, нахуй? Я когда... Блять, мы с ним когда нахуй жили по соседству. Я, блядь, его реально обучал на пудже играть. Это еще было с 2009 года, понимаете? Поэтому рука помнит, как это вытворять все. Так, что нам дальше собрать? Ну, у них там и магическое, и физическое. Да там пиздец какой-то, надо, блядь, неуязвимость собирать. А как так фармить-то можно, братан? Так это как? Как кто? Ну, очень идеально, я смотрю, пиздец. Да там задушили просто. Ну, наверное.
Спасибо за 200. Где ДК Хук, братан? На рынке. Ну, компендиум же надо покупать, батл пасс, надо же левела вкачивать. Не, ну обычно кор бара побеждает. Поэтому Хуку первым на рынок ушел. Ты под пивом? Тан, ну, спасибо еще за кейси. Все, слита. Бля, Равшана убили, сука. Ну ничего, сейчас будем выкукивать сынков. Спасибо огромное за 1000, Тан. Всегда рад поддержать любимого спасибо. Стримера. Кстати, ты вообще перерыв делаешь? Иногда. Хлеб не ёд, например. Курю, как говорится, если ты понимаешь, о чем я. Я летом отдыхаю, братик. У меня сейчас, вот у меня сегодня 20 или 21 стрим подряд. 21, наверное. Я перед стримом успеваю. Я сейчас раньше просыпаюсь. Я успеваю покататься, подышать воздухом. Сейчас, секу, ебать, прочитан. Успеваю покататься, подышать воздухом, где-то покушать, посидеть, погулять, иными словами. И потом еду домой и врубаю стрим. Где-то в 21.30. 21.30 плюс-минус, поэтому как бы отдыхаю достаточно, я не устаю. Летний отдых, например, у меня летний отдых каждый день, братан. Вот сейчас я через 2 дня, либо в пятницу, либо в субботу уеду на неделю, ТО пройду, и как раз таки будет летний отдых, там домик сниму, там бассейн, банька с крепкими ребятами, все как надо, если ты понимаешь, опять же, о чем я. Поэтому все в порядке, брат. Ну, как бы я на стримах не устаю, и мне комфортно максимально. Как бы я все лето могу стримить, мне как бы не в напряг. Но иногда бывают поездки, в которых и совмещаю, так сказать, какие-то мероприятия. Вот. А так пока что каждый день стримы с 30 июля. Но я как вернулся, вот сегодня 21 стрим получается. Парыч, смотря не стоит, ты можешь тебе найти сейчас. Вообще по кайфу. Да не, блин, я бы хотел когда-нибудь свой рекорд по стримам именно каждый день побить, но мне кажется... Нет, когда-нибудь я его побью, наверное, когда-нибудь. На ход, дал, спугнул его. Когда-нибудь я его побью. Но когда это произойдет, я не знаю. Блядь, Тим, нужна помощь, Тим, давай драться. На ход. Распугал их, нормально. Все, я отступлю под хилю. Блядь, деда ебу. Почему ход ебал? Вижу просто нереал. На ход! Да ну нахуй! Ебать, консерва улетела! Пиздец. Бля, тут демоны стоят, не хочу подходить. О-о-о. Сюда, мусор, блять! Развел на линку. Все, пацаны, гнию. Подразвел на кнопки, дальше ваши. Я чел никого убить не могут, блядь. У Тини, конечно, артефакты для 30-й явно не те, которые позволят выиграть здесь. Спасибо за игру, пацаны. Ну мы старались, но тут как бы делать нечего с такими боковыми лайнами без обид, парни. Слишком. Пососали. Ну все, давай, брат, удачи. Ну что, парни, не расстраивайтесь. Там просто очень потные ребята. Очень сильные. Так, сколько
сколько еще у меня есть времени, чтобы задать вопрос? Сейчас я подожду, подумаю чуть-чуть. Ну, ты же осудительно хочешь пиздануть, чтобы поклонничать, чтобы все смеялись. Не-не-не-не-не-не. А он того стоит вообще? Это не слишком смешно вообще-то, блядь. Окей? Во-первых, передаю привет из Смету Асаду. А слово вот это можно? Сейчас. А говорить можно это? Не, не надо. Понял, понял. Во-вторых... Я осуждаю голосовуху. Максимально не одобряю все, что было в голосовухе. Здорово, хуесос. Нахуй, пошел, блядь. Так с дедом будешь здороваться. Потому что с ним так все здороваются. Причем и на работе, блядь, и кто его видит, так с ним и здороваются. Даже те, кто его не знает. Не дефайте, пацаны, пусть несут нахуй. Ну, типа, что время тянуть, я next лучше пойду. Можно тогда я привет передам пока что? Ну, конечно, можно, брат, от души, давай. А, я хотел бы... А можно Стрэю привет передать, пожалуйста? Так, пожалуйста. Я ж с фейком играю. Хочу передать. Дефайте, пожалуйста, максимально дефайте, дефайте. Глебу, который сейчас находится работает работяга. Передаю Глебу своим друзьям, дефайте, дефайте. Максимальный деф. Не-не-не, станьте АФК, пусть крипы снесут, потому что эти клоуны отступили. Пожалуйста, дефайте, ребята, нахуй. Вы понимаете, что это ваш последний шанс поиграть? Так я сейчас ливну с игры, ты понимаешь, блядь? Что ты дефаешь, нахуй? Я сейчас просто ливну, если мы проебали. Так, по ставке. 1-6. Так, ладно, враги, даю вам минуту, чтобы закончить. Или я просто выйду, создам next lobby, потому что, ну, я понял, что вы, блядь, в пятером сделали меня крипов, ушли фармить леса, но мне неинтересно, извините, парни. Поэтому давайте, либо трон, минута, вот до 33:40 даю время. Вам запушат. Передаю привет братве из Васищева и Буле, самому главному. Хорош, хорош. Стрэй, ты знаешь, что такое Буля? Не знаю и не хочу знать, осуждаю. Да бля, стой, разбань на твиче по-братски, а? Ну, брат, ну ты писал хуйню. Я писал год назад, больше так делать не буду. Я уже не занимаюсь хуйней это. Не-не, брат, не буду разбанивать. Новый, создай аккаунт на твиче. 200 рублей надо задонатить? Не, не надо ничего донатить, я за деньги не разбаниваю. Чатик, сори за плохую игру, чатик. Да ничего страшного, брат, ну плохая и плохая, все нормально. Спасибо за игру, пацаны. Так, 33:40, пацаны, АФК с мега крипами. Поэтому, как бы, можно и создать next.